В общем, это наконец-то свершилось. Группа Бен приступила к съемкам в своем дебютном большом кино. Сегодня первый день съемок, день, когда разбивают тарелку. Нет никаких волнений, да? Волнений, кстати, нет по вполне обоснованным причинам. Подготовка очень классная, мы же с самого начала вам обо всем рассказывали. За год начали к этим съемкам готовиться, надеемся, что все в итоге получится хорошо. Рабочее название фильма «Зор», ну и вот вам интересные подробности. Это комедийный жанр, но там есть немного драмы и экшена, драки есть. Не скажу, что там будет тэквондо, больше кикбоксинг, в общем, сами все увидите. Режиссером фильма стал Шабагат Оренбаев, который, кстати говоря, и вселяет уверенность в молодых актеров. Мы ходили на курс актерского мастерства, вчера только закончили. Режиссер сказал нам: «Я в вас верю», так что, даст Бог, мы оправдаем его ожидания. Ну а что касается дат? Фильм, даст Бог, отснимем за месяц, и на экраны ленты, надеемся, выйдет уже в начале 2018 года. Все остальные подробности ребята пока решили оставить в тайне, дабы не раскрывать всю интригу заранее. Но вы в любом случае оставайтесь с нами, мы будем следить за развитием событий и тем, как раскрывается актерский потенциал этих выпускников.